Мегахелиды или пчелы-листорезы как по окраске, так и по размеру похожи на других пчелиных. Однако у них есть характерная черта – щеточка на брюшке, на которую самки собирают пыльцу. Этим мегахелиды отличаются от андренит, галектит и некоторых других пчел, собирающих пыльцу на волоски задних ног. У многих мегахелид имеется длинный хоботок, позволяющий им добывать нектар из цветков, непригодных для других пчел из-за глубины венчика. Видовое богатство семейства очень велико. Около 3100 видов в мире и около 500 видов в Палеарктике. Литург желтохвостый. Длина самок 13-14, самцов 11-13 мм. Лобный выступ самки небольшой, выдается на половину ширины глаза, если смотреть сбоку. Нижняя поверхность его плоская. Анальная бахромка красная. Все тергиты брюшка самца опушенные светлыми волосками на основании. Средних размеров темно окрашенные пчелы с удлиненным телом, опушенными длинными и густыми волосками. Жвалы узкие, на вершине двузубые. У самок развита брюшная щетка. Лицо под усиками с хорошо заметным выступом, подобным рогу или поперечному валику. У самца верхняя часть последнего брюшного сегмента, тергит, шиповидная. Теплолюбивые летние виды, входящие в состав энтомокомплекса разнотравных и остепененных лугов. Развивается одно поколение в год. Предпочитают посещать растения семейства сложноцветных. Летают в июне-августе, в жаркую погоду. Самки собирают пыльцу и нектар для выкармливания потомства с цветков семейства сложноцветных. Гнезда размещены в трухлявой древесине. Ячейки ограничены перегородками из спрессованных опилок. Провизия заполняет полностью всю ячейку. Яйцо находится в специальной яйцевой камере в толще провизии. В толще провизии одна яйцевая камера. После вылупления из яиц личинки питаются запасенной провизией, которой обычно достаточно для роста и развития на протяжении 2-3 недель. Затем личинка может окукливаться и превращаться в имаго, или же оставаться без изменений еще многие месяцы. Взрослая стадия многих таких пчел длится всего несколько недель. Самка активна ранней весной, и уже к концу сезона появляются зрелые личинки, которые не развиваются дальше на протяжении всего лета и иногда даже осени и зимы. Представители семейства мегахелид обычно не выкапывают свою собственную норку, а используют для гнездования различного происхождения пустоты или строят свое гнездо непосредственно на поверхности субстрата. Их гнезда можно встретить в старом дереве или в различных сооружениях, построенных из древесины, сухих стеблях растений или в растительных галах, на камнях и в трещинах скал, в глинистой и песчаной почве. В семействе мегахелид имеются и клептопаразитические формы, которые гнезд не устраивают совсем.
Распространены мегахелиды во всем мире, кроме Антарктиды. Эти пчелы преимущественно являются политрофными и олиготрофными опылителями растений.